Находитесь в сообществе Первый Лад, и сегодня мы с вами поймем, что такое легендарная Blue Note или голубая нота, шучу, это грустная нота. Поймем, что это, как ее играть, в каких позиционных ситуациях она происходит и случается. Эту Blue Note отлично использовать в качестве приправы в ваше соло, которое в блюзовых ситуациях состоят в большинстве своем из минорной пентатоники. Как раз блюзовая или Blue Note, она становится шестой нотой вашей пятиступенной пятинотной гаммы и, в общем, делает всем хорошо. В общем, все примерно знают, что она есть, но мало конкретики всегда об этом. И сегодня мы с вами познакомимся с этой штукой более конкретно. Если вы хотите знать о блюзе еще и еще больше, знать разных фраз, как они используются, как они взаимодействуют друг с другом, то внизу под этим видео вы найдете ссылку на курс, который называется «Блюз-импровизация для начинающих». В этом курсе есть как отдельные фразы, так и куча готовых соло, совершенно разные тональности, под совершенно разные минусы и ритмы. В общем, пройдя этот курс, вы охватываете все стилистические направления современного, не только современного блюза. Табы и минус для этого урока вы найдете тоже в ссылке, которая предоставлена под этим видео. И подписывайтесь на нас на YouTube, жмите колокольчик, чтобы видеть оповещения о всех наших новых видео. Ну и перейдем непосредственно к этому уроку. Покажу вам кое-какие типовые фразы с голубой нотой. Итак, давайте сначала поймем, что такое блюзовая нота. Мы с вами находимся в ре минорной пентатонике. Хорошо бы вам понимать, что такое ре минорная пентатоника, в целом, что такое минорная пентатоника, и про пентатонику, если вы не знаете, то будет дан урок вам в описании, поэтому вот, начнем в кондовой первой позиции. В первой позиции блюзовой пентатоники, в данном случае, как я сказал, это ре, давайте обратим наше внимание, где у нас в первой позиции ноты, собственно, вот эти вот голубые. Они у нас здесь будут везде между пятой ступенью. Вот она, пятая ступень, нота ля. И вот у нас четвертая ступень, нота соль. Соответственно, первая блюзовая нота, она будет здесь. Это, соответственно, 13-го, 3-й струны. И вот она, вторая. В первой позиции это 11-й лад, 5-й струны. Как я и сказал, это у нас блюзовая нота. Она находится между 4-й и 5-й ступенью пентатоники. Она традиционно у нас называется бемоль 5-й. То есть 5-я ступень, пониженная на полтона. В данном случае это нота ля бемоль, соответственно. Почему ее назвали блюзовой нотой? В общем, это все довольно условно, потому что ноты, которые могут вам дать блюзовое звучание, не только в, ну, не понимаешь, что не только это бемоль пятая дает блюзовое звучание, ну и в целом просто вот четвертьбенд третьей ступени может дать вам блюзовое звучание. Да, вот эта первая нота, она была, ну, просто седьмая, которую мы подняли от пятой. Поэтому, повторюсь, это довольно условное название для этой ноты, но понятно, что о чем идет речь, и все ее так называют. Блюзовая нота, блю нот. Грустная нота она же. Она действительно добавляет такой блюзовости звучания. То есть, смотрите, вот у нас пентатоника просто. И вот с ней. Да, соответственно, она дает сразу же блюзовое звучание, и давайте разберемся, как ее часто используют. На примере первой позиции, потом покажу, как она играется в других позициях. Не в первых тоже, как понятно. Мы с вами возьмем вот эти четыре ноты. Соответственно, десятый,
12-й, 4-й и 3-й ступени. Эту блюзовую ноту мы здесь возьмем тремя способами. Первый мы возьмем бендом. То есть, соответственно, это бенд от 12 до 13 на 3 ступени. То есть, смотрите, я сейчас возьму бенд до 5 ступени. И это был бенд на тон, соответственно, просто до 5 ступени. А сейчас до этой вот блюзовой ноты. А видите, что-то более меланхоличное в этом есть. То есть, не такой яркий прям бенд до 5, а сюда. Соответственно, вот смотрите, бендом, да, мы здесь делаем от 4 до бемоль 5. Надо здесь понимать, что вы можете потом сразу уйти в 3 ступень. Да, это указательный палец 10 ла 3 струны. А, и еще отметить 4 ступень. Вот у вас две фразы. И они звучат уже немножко по-разному. То же самое, вот вы играете. И в зависимости от того, идете ли вы указательный палец, либо возвращаетесь на третий, у вас будет, ну, разное построение фразы. И так далее. Это первый способ брать блюзовую ноту, соответственно, бендом. Второй способ брать блюзовую ноту, это, да, просто легато. То есть здесь вы играете 10 лад, 13 и 10 на 2. А здесь вы играете легато на 3 ступени, на 3 струне, цепанув вот эту блюзовую ноту. То есть 13, 12, 10 лад. Это первый, да, способ взять легато на эту ноту. То есть вы играете последовательно пятую ступень, вот эту блюзовую, и четвертую. А второй способ. То есть вы играете после пятой ступени четвертую. А потом играете уже хаммер мизинцем, срыв опять до четвертой и третьей ступени первая. То есть вот так это звучит. И второй способ. Да, то есть это легатный способ. И далее слайдами. То есть то же самое, вы начинаете с первой ступени. Ну, то есть слайд тоже, естественно, является легато. Ну, то есть оно не хаммер, не пулы. То есть, да, здесь мы играем просто либо тоже слайд от 13 до 12. Либо 12, потом слайд до 13 и обратно 12. Соответственно, вот уже у вас третий способ. Дальше смотрите. То есть вы можете играть это, как вот я сейчас показывал, от первой ноты, да, от тоники. То есть вы можете это играть просто, прям сразу начинать отсюда, либо с пятой ступени. То есть любой ступени вы можете начинать хоть сразу с блюза, вот это ваша фраза. Дальше вам надо понимать, что вот эти ноты, они здесь же, просто на октаву ниже. Поэтому, да. И они здесь же на октаву выше. Соответственно, все вот эти штуки с бендами вы можете играть как здесь. Так, здесь. То есть это у вас вторая позиция, это у вас пятая позиция.
И пробуйте играть, соответственно, в разных это все делах и пытаться это все совмещать. Эти три позиции. Пятую, первую и вторую. Дальше. Давайте поговорим теперь уже о более конкретных каких штуках. И обращайте внимание, да, что вы можете это совмещать. То есть в одних и тех же нотах играть эту блюзовую ноту как бендами, так слайдами, так и легато. То есть, ну, это будет довольно сильно разноображивать ваши фразы, которые состоят из одних и тех же нот. Дальше смотрите, что попытаетесь сделать. То есть, сыграйте этот бенд до блюзовой ноты, а потом просто до пятой ступени пентатоники от той же самой ноты соль. Бенд до блюзовой ноты. Да, либо наоборот, сначала широкий бенд, а потом уже вот этот узкий. Видите, звучит действительно по-разному, хотя, казалось бы, вы играете ноту, бенд от одной и той же ноты, но если в фразе вы как-то устроите эти два бенда рядом, будет это здорово и хорошо. Мне очень нравится, как звучит этот прием. А дальше. Такого рода фразы. Такого рода фразы у нас уже есть на канале. Будет вам ссылка дана в описании. Там разбирается такие вот фразы. Не будем здесь их разбирать второй раз. А будем тоже разбирать даблстопную. Такую вот фразу. Ее смысл очень похож на... Она просто за счет немножко другой позиции и за счет того, что здесь все более рядом, она звучит немножко по-другому. Итак, сначала мы играем эту кварту, а потом вот эту квинту, а потом вот этим пальцем делаем сначала хаммер, потом пол. И затем, собственно, вот по пентатонике четвертонную бенд здесь. Ну, то есть, вот все вот эти... пробуйте здесь по-разному играть. Опять же, просто здесь ключевой момент, вот она, четвертая ступень, соответственно, блюзовая нота здесь. И вы играете здесь. С пятой позиции менее часто используем прием, который я вам здесь показал, но он клевый. Мне нравится, вы играете даблстоп. И просто как отдельные ноты. По-разному совершенно. Опять же, то есть вот я начал здесь седьмую ступень. Все равно это прозвучало хорошо. Очень часто используется в третьей позиции блюзовая нота. Соответственно, здесь получается еще вплетается в этом контексте. Это часто играется на субдоминанту. И здесь играется вот эта нота. Это шестая ступень из мажорной гаммы. То есть в случае с ре это у нас 16 слот третьей ступени. Затем, соответственно, тоника это 15 слот второй струны. Третья не ступень, а струны. А дальше. Вот эти три ноты. Пятая, блюзовая и четвертая. Опять же, четырехтонная бенд и тоника. Ну и дальше. Пробуйте по-разному там играть. Это очень похоже на вот эту пятую позицию. Вот оно. Потому что пятая позиция на октаву ниже, здесь на октаву выше. А шестая ступень здесь, соответственно, вот она. Это девятый лад, четвертый струны. Значит, если мы используем здесь, то можем использовать и здесь то же самое. Да, просто вы играете то же самое. Сначала 15-й лад хаммер по 16-му срыв. И здесь. Соответственно, вот эти же ноты у нас здесь же в третьей позиции. Значит, блюзовая нота у нас здесь. Это у нас получается 18-й лад 4-й струны. На этом, в общем, мы с вами закончим. Потому что, как видите, здесь идей очень много я уже вам дал. Пробуйте по-разному это использовать. Главное, понимайте, что у вас
5 позиций, и в каждой позиции по 2 или 3 октавы рабочих реально по блюзу. Поэтому совершенно по-разному они, да, могут использоваться, и придумайте в своем воображении, как может использоваться. Вот она будет во второй позиции. Все то же самое. То есть я, допустим, редко использую такие фразы именно во второй позиции, но на то она и музыка, и разные люди, чтобы играть одно в одной позиции, другое в другое. Поэтому пробуйте, экспериментируйте с разными октавами, с разными позициями. То есть главное, понимаете, что у вас есть бенды, слайды, хаммеры и пулы, и их различные сочетания. И сочетание с пятой ступени, с четвертой, чтобы оно по-разному звучало. Всякие такие моменты. Сначала пробуйте, чего я вам посоветовал. Пробуйте это играть в разных октавах, все такое. А потом, соответственно, мешайте это по-своему и пытайтесь сочинять свое. И в этом и есть залог успеха. До свидания, друзья. Играйте как можно больше под разнообразные минусы в разных тональностях. Придумывайте свои фразы. И будет вам счастье. Увидимся в других видеоуроках. Всем пока.